Братцы, ну я уже не знаю. Не знаю ни что сказать, ни что, собственно говоря, делать. Значит, приехал Александр. Александр с сыном. Приехал, покупал. У меня... значит, у нас был... У нас была двухсотка. У нас была двухсотка. Потом мы двухсотку сдали в трейд-ин и взяли Хайсан Тактик. Значит, взяли мы Хайсан Тактик. И теперь звонит Александр, говорит: Дмитрий, я, говорит, хочу повторить подвиг Андрея и его друзей и поменять Хайсан Тактик на Сегвей. И мы вот сейчас стоим, разговариваем. Александр поехал на тест-драйв небольшой. Мы стоим, разговариваем. Я думаю, ну, может быть, наверное... правильно, уже как-то вот сразу все-таки люди приходят, говорят: я хочу купить вот там, например, тактик, да? И я думаю, может быть, действительно уже просто говорить: ребят, сразу берите Segway. Короче, вы все равно к этому придете, да? То есть берите Segway и исключаем промежуточное звено. Но тут я понял, что есть очень много владельцев Хайсан Тактик, которые делали тест-драйв с Segway и довольны именно тактиком. Марюх, иди смотри. Здравствуйте. Ну? Я очень удивлен. Очень. Ну подойди поближе. Как он сдержан, да? Да. И еще к нему, и я бы упал от удивления. Так скажу. У тебя не было таких предположений? Ну, конечно, не было. Мне идти за шлемом. Подожди, чуть-чуть. Прям ночью собрался ехать. Ну хотя бы показать. Помощь нужна? Нет. И для утепления. Оперативно, круто. В ночи ребенок просто в восторге, мы тоже. Теперь оранжевый друг, будем придумывать имя. А почему оранжевый? Потому что я подкаблучник, как оказалось. Поэтому оранжевый. На самом деле причина другая, что по лесу его было быстрее найти. Но не важно. Спасибо огромное, все было круто, оперативно, вообще прям побить. Завтра утром рыбалка. Ну все, готов, да, Марюх? Что, плотину уже? О, кирпичи полетели. Ощущение, о! Нет, сразу тогда первые в формате отличий. Отличие от Хайсана? Ну, конечно. Совсем как бы другая техника, она как-то и рулится получше, и набирает оборот лучше. То есть она по всем показателям у меня прям, я не знаю, как будто я на другую технику пересел. То есть с 200-кубовой, грубо говоря, вот на Хайсана пересел. У меня были большие ощущения, эмоции. А сейчас, как бы, получается, с Хайсана на Segway то же самое ощущение. Прям, прям хочется зажигать. Как с двухсотки на Хайсан. Да, по полноприводной. То же самое и здесь. Ну, я смотрю, у вас прям адреналинчик. Прям вон мурашки бегают. То есть, прям, ну, прям вот прям очень значительная разница. Ощущение, да, вот как вот литр. То есть, вот на Хайсане я ездил, да, вот сел вот на этот, как будто я на литр сел. Может, вам дать литр?
Мне литр мне не надо. Покатиться. Мне вот сегвея хватило сейчас, по крайней мере. Мне нужно, наверное, постепенно. На сегодняшний день. На сегодняшний день, да. Сегвея хватило. Да, это у нас со всеми договоренности. Андрею, когда сегвей привозил, я ему тоже говорю: Андрей, следующий привезу литровый. Он говорит: да, но поэтапно. То есть, говорит, подождем чуть-чуть. Как вот у вас видео было, то есть несколько уровней квадроциклистов, да, то есть начальный уровень, потом там средний и максимальный. Вот у меня сейчас, грубо говоря, средний, ну, больше чуть, чем средний, потому что с Хайсана на сегвей. А вообще, в принципе, вот, Александр, сколько у вас пробег на Хайсане? 433 километра. О, совсем немного. А как использовали в большинстве своем? Просто как бы прокатиться вот с ребенком в лес, туда-обратно, где-то проехать по колее, там где-то, ну, везде объезжал, как бы в основном как бы в грязь не ехал. Ну, я понял, да, но имеется в виду без компании, без какой-то, да, то есть у вас вот именно такая, ну, семейная. Компания была, когда я застрял, появилась компания. Приехал сегвей синенький, и вот после этого прям захотелось сегвей. Там вам тоже удалось прокатиться или вы просто посмотрели? Я просто посмотрел, он смотрит, какой здоровый такой. Думаю, я пока, наверное, не буду на нем пробовать кататься, потому что чувствуется там мощь. Вот, он меня как бы вытащил лебедочкой. Ну, и он вперед попер, я все время в объезд. А он по этим ямам, лужам перевернулся, встал, дальше поехал. Короче, вот сегвей мне очень понравился. Поэтому он приехал к Дмитрию попробовать порулить. Вот, и эмоций куча. И все положительные. Удобно тебе сидеть? Да. Места хватает, сейчас, реально? Да, хватает. Да, вот если как бы с ребенком ехать, я вот переживал. Это одноместное, мы понимаем. Да, да, да. Если как бы коротыша брать, если с ребенком ездить, то в принципе места хватает. Если там дополнительную спинку может придумать, либо кофр поставить, тоже со спинкой там у нас как бы тоже есть возможности такие, то я думаю, тоже будет ему удобно. И тем более он ближе ко мне, то есть в случае чего он как бы хоп, ко мне прыгнул. То есть нет того большого расстояния, как на Эльке, что он оттуда может ко мне туда перепрыгнуть. Подлетать. То есть на коротыше вот как бы удобно. Он ближе. Если два взрослых, ну, скорее всего, нужен как бы Элечка нужна. Не знаю, у меня вот сосед с женой ездит, и прям тоже очень близко. То есть хватает сиденья, да? А? Сиденья хватает? Хватает, они еще и дочку иногда сажают. Тут Костян, вот уже есть вот эти кости койки. Я просто первоначально предположил. Да. Так как бы... И посадочку не понятно, что двухместный на дальней дистанции, на дальней поездке для двух взрослых, конечно, удобнее. Я к тому, что вот на этом точно таком же коротыше, еще и без кофра, у меня сосед ездит с женой, еще и дочку сажает. Без спинки? Без спинки. И они катаются. Он дочку вперед сажает, а жена сзади за него держится. И они как бы это... Ну вот этот как бы... Они становятся ближе друг к другу. Вот этот уровень больше, чем средний. Потому что здесь уже нужен как бы какой-то уже опыт вождения среднего уровня. Потому что он уже... Ну, вы сейчас пятакат нормально тут дали. Ну, я просто на всякий случай попробовал. Я там не стал, потому что первое ощущение, как бы, то есть, ну, слишком это, я, то есть, может, перевернусь, еще что-то, прям, ну, прям прет. Вот, а тут как бы немножко крутанулся. То есть, он повыше. Вот есть ощущение, что если как бы нет опыта, можешь как бы перевернуться на скорости. То есть скорость нужно какую-то определенную держать, если в повороты входить. То есть не больше. А если побольше, то, скорее всего, наверное, перевернешься. Потому что коротыш. На Эльке, который удлиненный, он, скорее всего, будет поустойчивее, потому что подлиннее. Но с точки зрения переворота длина не факт. Это наоборот, вот если подъем где-то или спуск. А так-то, если вы его в бок будете там, ну, сильно закладывать, я думаю, что длина то же самое, не да? решит. Да, но справедливости ради, сколько мы катаемся, мы на серьезных скоростях катаемся, у меня вот уже этого ощущения давно нет. Просто у меня такие ощущения возникли после Хайсана, потому что Хайсан он пониже, вроде он так быстро не набирает, как этот, а тут хоп, уже как бы повыше и набирает, думаешь, переживать начинаешь. Это вопрос привычки. Вот, а здесь то, что свободная задняя ось крутится, то есть сами по себе колеса, скорее всего, из-за этого как бы лучше будет рулиться в поворотах. На Хайсане, как бы вот по своему случаю говорю, то есть я в повороте входил, и я пытаюсь выйти из поворота, а у меня не получается. Потому что колеса продолжают задний привод, ну, вперед. Его сносит, как бы, получается, да. целиком. То есть, все, после этого я перестал быстро ездить, особенно в поворотах на Хайсане. А здесь, как бы, ну, как бы по ощущениям, как бы тоже боишься. Но из-за того, что колеса сами по себе вращаются, скорее всего, будет поудобнее входить в поворот. Угу. Я захотел сегвей. Наш подписчик и покупатель Артем приехал приобретать снегоход. Увидел Charmax Force 1100, ну и, естественно, тест-драйв у нас. В
Вот такой красавчик о чем говорит? Говорит о том, что уже вовсю идет подготовка к зимнему сезону. Ну, а литровая техника, как я уже говорил, в этом году реально вызывает живой интерес, естественно, не только у меня, но и у всех наших и подписчиков, и покупателей. Удалось хоть надавить-то где-нибудь? Сколько надо мне, столько удалось. Ну, вообще огонь, конечно. Ну, я на литров до этого никогда не ездил, но прям газ очень, ну, непривычный, очень резкий. То есть он прям... К нему привыкать именно нужно. Да-да-да. Чуть-чуть вроде даешь, он сразу прям, ну, втапливает так нормально. А так, ну, мягенький такой мне, в принципе. Ну, а по рулёжке вот именно ощущение? Рулёжка, ну, достаточно такая, этот, ну, острая, вот. Ну, то, что надо. Информативная. То, что надо, да. Вот, а так... Ну, вот у вас еще раз 700-й ланчин, 700-й ланчин, да. Он пожестче, но, естественно, как бы, чувствуется разница. Одного и двух цилиндров, вот, ну и прикольная техника. Рулёжка. Рулёжка, ну, достойная, она вот прям то, что надо. Не слишком резкая и не тупая. Вы вот эту тему квадротавр ощущаете? Вот нет? Вот то, о чем я говорил вот в видео, в роликах, когда вы едины, вот у вас мысль идет, вот я хочу, чтобы он зашел вот так в поворот, поворачиваете, и он соответствует или нет? Не удалось пока здесь, но сильно много, да. Это надо побольше поездить, километров там, ну, не знаю. Окей, а по посадке? 50. Посадка вообще комфортная, более чем, то есть, ну, все, нет такого ощущения, что что-то не так, что-то не на своем месте, вот, все под рукой, вот, посадка комфортная, может быть, чуть-чуть, ну, вот под мой рост, чуть-чуть повыше, а может быть, мне и кажется просто, ну, а так, в принципе, все отлично. По органам управления все на месте, все привычно, да, понятно. Да. Ну, я особо ничего не включал, вот, прокатился. Мы сейчас ехали на заднем, на распущенном. Здесь, кстати, задний дифференциал распускается. Угу. Как на этом. Как на Segway. На Segway, да. Да. Интересная модель. Да. Будем менять, наверное, скорее всего. Вот. Время придет, либо к концу этого года, либо в начале следующего. Но менять будем однозначно. На литр вы имеете в виду, да? Однозначно на литр, да. Вот, я говорю, у меня вот то же самое, все ровно то же самое. То есть вот пока я не начал тестить литры, я о них сильно не задумывался, не понимал, зачем они нужны. А когда покатался, прям цепляет, конечно, цепляет. Так, задний разблокирован сейчас. Сейчас все разблокировано, сейчас вот для такой дороги. Угу. Так, пробуйте. Закусились опять. Ну, как всегда, естественно. Мы сейчас ланчин 700-й и Segway, ну, 600-й. Как можно сравнивать? Я вот не понимаю, честно. Ну, вот сейчас будем ждать отзыв, конечно, Артема, владельца ланчина. Но Segway я ему сейчас вот прям, можно сказать, настоятельно порекомендовал попробовать. Потому что, на мой взгляд, все-таки абсолютно несравнимая техника. По управляемости, прежде всего, по рулежке. Хорошо идет. Так здесь же. Страшно. Очень высоко сидишь. Глушите. Ага. Очень высоко сидишь. Боязнь перевернуться. То есть это вот именно прям для небольшой скорости по внедорожью. Не для туризма вот этот, наверное, лифт-комплект. Ну, немножко он... Ну, лифт поднимает, да, резина грязевая здесь. Ну и ланчин, конечно, пободрее едет. Гораздо прям вот. Уверены прям? Прям 100% уверен. Далеко вы от нас? Владимир. Приезжайте. У нас есть где-нибудь ланчин поближе? Надо сделать. Приезжайте. Заезд на скорость надо сделать. Вообще, вдвоем на асфальте мы с другом ехали. 108. Ну, два взрослых мужика, да. Так. Ну и по разгону, конечно, он ланчину уступает. Медленней. Этот, да. Ну, вот это надо проверить. Может быть, здесь какие колеса? 27-е? 27-е грязевые. А у меня 25-е родные. Ну, это тоже делает. Это однозначно делает. Это именно, да, на управление в большей степени влияет. Ну и, соответственно, но на разгон я не уверен. Вот честно, прям не уверен. Колеса, мне кажется, они... Не-не, я имею в виду с 700-м ланчином. Не-не, 100%. Уедет прям, ну... На корпус. Уедет и уедет хорошо, да.
Я свои ощущения говорю. Может, да, быть, все, я... про... не, все да, правильно, да. Сейчас. Ощущения, то есть надо проверить, правильно нам? Да, да. То есть конечно. Здесь можно выяснить только, только сравнительным тест-драйвом. Да. Поэтому приезжайте, нам надо, надо договориться, да? Да. Может, вы к нам? У вас далековато, блин, до вас. Приезжайте, но претендент, претендент есть. Вот вы как владелец еще раз семисотки, да? Чувствуете, что по скорости как бы он быстрее? Да, да, по динамике. Хорошо. Ну, ну здесь и настолько кубов в Ланчине, настолько кубов больше объема. Здесь 570, если я не ошибаюсь. 570, да. А в Ланчине 670. Но лошадей, вы говорите, где-то 44, здесь 44. Нету официальных данных по поводу того, что ни в ПСМ, нигде это не прописывается. Вот, то есть мне вот написали вообще 20 лошадиных сил для того, чтобы в он ПСМе? Подошел. В ПТСе. ПТСе. Да, он же... Да-да-да, я понял, вы еще вот. Тот купили. Да, да. Вот, поэтому у меня вообще 20 лошадиных сил. В чате посмотришь, кто что пишет. Кто-то пишет, у меня там 44, кто-то 48, кто-то какие-то данные находит с китайских этих заводов. Ну, шестисотку, я думаю, ЦФ-ку он точно объедет. Вот. Ну, как бы вот такие вот ощущения. Ну, в общем, интересный претендент для заезда. Братцы, 700-й Ланчин, Киржач, Владимирская область. Кто поближе, отзовитесь. Может быть, сделаем реально небольшой такой коротенький дрэк-заезд. Интересно. Очень интересно. Так, это твой. Да, это мой экземпляр. Это мой. Это два твоих. Да, и... стандартный набор. Стандартный набор, да. ПСМ-ку завтра переоформлю, а, соответственно, на гарантию... Мы у Ильи завтра... уже можем скоро брелки просить, если у нас закончились. И квадрики. В принципе, я рад очень сильно. Стал счастливым обладателем. Снайлер. Ну, а что еще? Что побудило? Что побудило? Побудило двухсотка первым делом. Братцы, очень приятно, когда вот люди покупают второй квадроцикл, но в нашем случае сегодня Илья покупает уже третий. За два года, да? Да, за два года мы купили три квадроцикла. Один детский и два двухсотых. Илья, зашло нам. Понимаешь, да, что когда вот человек покупает первый квадрик, мы ему привозим, он говорит, блин, классный, красивый, все здорово, это все очень интересно. Но сейчас твое мнение как пользователя уже на протяжении... Сколько ты проехал? На большом, на 200-м 200 километров, ой, 500 километров, на маленьком там 150 где-то. Это за год у тебя получилось. Зимой ты не ездил? Нет, не ездил? Зимой ездили. Тоже ездил. Да. А единственное, что, ну как зимой, мы там по выходным ездили, а то, что за год, ну с сентября, или когда мы там в августе купили, что ли, первые, то есть пробеги были оттуда, и все. Вот эти все истории ты мне тогда рассказывал, что там где-то перевернулись, еще что-то, вы эту трассу прошли это... уже, научились, да, все, да? Да, все. Да, и да, вот да. Теперь как опытный владелец, поделись, чтобы люди понимали, что это такое, что оно может, что не может. Ну что, то есть он достаточно хороший по проходимости, наверное, все-таки. Топил его пару раз свой, все-таки доводилось случайно. У тебя шланг когда стоят? Нет, ну такой небольшой вывод есть, есть, то есть, но сказать, что прям экстремально не гонял еще, но попробуем, может быть, в этом году. Резину ставил? Нет, резина базовая пока, базовая. Все что-то. У нас 3 июня планируется мероприятие вездеходное. Да, я наслышан, я видел, возможно, у меня выходные будут, возможно, получится. Даже вдвоем, если успеем обкатку хоть какую-то пройти на двух квадроциклах, попробовать. Кто еще ездит? Ездит я. Дочка, подходите. Ребенок, два ребенка. Рассказывайте. У вас какие впечатления? Нормально, только чуть не утопил свой квадрик. Еле вытащили. Когда в первый раз каталась на квадрике, я чуть его не убила. В дерево чуть не въехала. Квадрик чуть не убила? Да. И сама, или сама чуть не пострадала? И квадрик, и сама. Понятно. Дальше просто прогресс. Который... Рост. Рост, да. Так называемый рост, который хочет большего, большего все. Ага. Смотрел какие-то еще варианты? Смотрел SF-ку 600-ю. SF-ку это что такое? CF-ку. CF-ку, да. Ага. CF-ку 600-ю и гепарду 700-ю смотрел. Так, почему остановился на Старлере? Честно говоря, цена очень сильно... Сколько CF сейчас стоит 600-й? 1 000 000... Обалдеть. 135, грубо говоря. Гепард. Ой,
Да, стоил гепард. Ну, гепард 800 тоже миллион. Ну, я не новый смотрел. Я 19-го года смотрел, тут неподалеку. Ага. Но он 880 просил за него и не хотел скидывать. А пробег какой там? Там 800 был пробег. Ага. Но он реально живой был, хороший. Угу. Вот полтинник бы скинул, я, наверное, взял бы. Но он не скинул. Поэтому... А потом пошли скидки. И, скажем так, вот он, конечный результат. Дим, большое тебе спасибо, что ты привез. Буду рад поучаствовать рано или поздно на нем. В Шутовом лесу. Поедешь? Ну, когда подготовлю, поеду. Пока на 200-ке поеду. Александр, он там, видишь, собирается уже ехать. Ну, обкатку прошел, говорит, на базовую поеду. Я бы не рискнул пока. Я пожалею. Выпустим после вездехода тогда. Да. А так, очень доволен, спасибо тебе. Всем привитосы. Всем привет. Давай, наше поздравление. Спасибо. Братцы, у нас сегодня серия квадро жизни. Квадр вместо автомобиля называется так. Так как мы приобрели шикарный литровый квадроцикл, то теперь мы на работу, в магазины ездим только на квадриках. В общем, по всем нашим обычным делам, то я в одного, теперь мы вдвоем с Танькой пользуемся полноприводной техникой. Не ожидал, что такой маршрут у нас получится. Я вообще планировал обкатку нормальную сделать, а получилась обкатка именно правильная. Ну, как-то вот так. Поехать на квадроцикле на работу, плюньте. На все и езжайте. Уходим на Аш. Сейчас начнется нормальная дорога. Нет. Идем, один косяк, я там в самом начале трассу не совсем подрасчитал, конечно, но ничего страшного, дожди, просто дожди давно, у нас, конечно, так закидало, не кисло, и время потеряли. Танька, мне надо протереть вот эту штуку, ты понимаешь, ну это так невозможно ездить, мне же прям плохо видно. Че ты молчишь, не будешь? Это игнор просто. Квадроциклы, снегоходы. Вот такой красавец. В правильных цветах, на самом деле, мотокурсовских. Ай, 23-й год, ребята, осталось всего два квадроцикла, на самом деле. Совсем недавно, как мы помним, их было 5. Дмитрий и... Елена. Елена. Рассказывайте, что приобрели? Квадроцикл Хайсан? Тактик 750. Первый квадрик? Тактик 751. Как пришли к этому? Что сподвигло? Деньги надо потратить. Лишние деньги в ляжку жгут. Больше, естественно, не на что. Решили квадрик. Нет, решил попробовать что-то такое. А ну кто-то, компания у вас кто-то катается. На кого вы насмотрелись? Или на ютубе насмотрелись? Ни на кого не насмотрелся. Сами? Да. Сами. А вообще так, ну, опыт какой-то внедорожный есть там, может быть? Нет. Ни на автомобилях, ни на чем не лазили? Только трактор. Это прям первый будет? Да. Супер. С кем кататься будете? С ребенком. Елена?
Ну, то есть поедете тоже. Поедете? Естественно. Отлично. Наше поздравление. Спасибо. Спасибо. В итоге будет у нас полноценный наш Segway. Да, да, да. Коротыш, максималка, да, с термитом, да, да, да. С... Все, что хотел, все, вынесом. Что хотел и получил. Так, почему Segway? Ну, во-первых, дизайн меня устраивает. Более чем BRP, больше, чем Stealth. Вообще, хорошая машинка. А до него какой 300-й Stealth был? Да, это мой первый 300-й Stealth. Расскажите о нем, пожалуйста, пару слов. Ну как, детский, но бодрый. Набрался опыта. Да, да, опыт набрался. Сколько пробег? Ну, не знаю, километров 500, наверное. Километров 500 всего на нем? Всего. Чуть ломалось? Все. Да все. Я его перебрал с ног до головы. Да. Мучился. Все-таки его отдал своему сослуживцу, может, по работе. По дружбе. Да. И зашел к вам на YouTube. Да, Дмитрий, мне тут понравилось, как он рассказывает все про все. Решили попробовать Segway. Конечно, будем маленько его тоже, как Дмитрий, дорабатывать со временем. Что, будем лифт ставить? А, еще про лифты-то я забыл. Только для вас. У меня есть последний. А про лифты-то я и забыл. Давай, мы сейчас установим, сколько осталось денег еще. На что еще хватит, да? Да. Ну давайте посмотрим. Посчитаем. Один комплект, дом свет. Пока я закончу. Пока, поставим точечку. Небольшую, если что не вспомним. Так, братцы, Алексей готовил речь сейчас. Сейчас поделится с вами своими впечатлениями. Ребят, покупайте у Дмитрия. О! Вот эти все приблуды, квадроциклы, снегоходы. Общение на высшем уровне. Все доступно. И понятно. Так, спасибо огромное. Вы расскажите нам, почему выбрали Ирбис, как это вообще все произошло, какие цели, задачи? Да на даче, задача на даче покататься там по полям, да и ролики, все зависит от роликов, как красиво сделано, да вообще все доступно, понятно. Но почему, например, вот мы с вами посмотрели, вот китайские, да, производители, вот эти вот, тут у нас два вида, да, Хаммер есть, например, Були есть, 200-й, да, а выбрали Ирбис, почему? Как вы там гоняли по лесам, по полям. Ирбис, он все выдержал. Да и даже на учет можно поставить, вот что хорошо. То есть PSM? Со временем, конечно, PSM со временем, играет. Если вдруг чего-нибудь, не брать доехать куда-нибудь, можно сесть, ага, быстренько. Себе или? Ну, там половина-половина и детям, ну и себе, конечно. На всю семью? На всю семью. И конечно. Задача прогулочные, да, ну и как обычно, отдохнуть. Грибочки и так далее. Берем с лебедкой, берем на литых дисках премиум. Какие функции под лебедку планируете? Лебедка, еще куда-то поехать можно, его он спокойно там в грузовичок запихнул, и там может какие-то на даче пинки повытаскивать. Лебедить с точки зрения погрузки, да, однозначно удобно, плюс хозяйственная деятельность, да? Да. Ага, отлично. Это первый квадроцикл? Да, первый. Первый квадроцикл. Берите у Дмитрия. Опять у Дмитрия. И катайтесь. Вот эту речь вы учили, да? Все рассказывает по уму. В Москве заезжали, да, в какие-то магазины? Да, заезжал там. Вот выбирайте, как вы хотите. Никто ничего не рассказывает, не объясняет. Но здесь проще было доехать с Москвы до сюда и взять здесь. Ага, Ирбис тоже там стояли, да, где-то в салоне? Да, стояли. Там на них как-то там сильно никто ничего не предлагал.
Ага, не обращает внимания, да? Спасибо огромное. Все, вам удачной эксплуатации. Спасибо и вам. Да, ждем комментарии под этим роликом. Спасибо. А наклейка спасибо. Есть там? Обязательно. И брелок. И брелок. Сейчас, поближе, что-то колесо, чтобы на нас. Сейчас. Так, братцы, тяжелая сегодня, на самом деле, минута тяжелая. Уезжает Шармакс 1100, он такой красивый, он такой красненький, он так стоял уже здесь. Я заходил каждый раз, любовался вот всю эту неделю, целую неделю техника простояла в салоне. И я прямо нарадоваться не мог. Я захожу, блин, думаю, ну красавец, ну просто красавец. Ну и все знают, что я для себя открыл этот литр, у меня такой же, только оранжевый. Я сейчас прям, ну вообще, очень прям вот тепло к этому квадроциклу отношусь. Все знаете, смотрели видео, был на заводе в Китае, смотрел, как их делают. Недавно с ребятами встречался, 5200 у них пробега в Геленджике по горам, там по острым камням, там подвеска там умирает вообще на раз-два. 5200 за 3 месяца они саданули на прокате, квадрик живой, все, огонь. В общем, короче говоря, нравится, нравится техника, по-другому не могу сказать. И вот уезжает, отдаем, отдаем Валерию, слава богу, Валерий не относительно недалеко от нас и обещается быть в наших мероприятиях. Антон пришел проводить. Не все успели, не все собрались, но Антон успел. Вчера только ставили свет на мой, да, Антон? Да. Но на этот не успели свет поставить с тобой, да? Поставит кто-то другой. Ну, подожди. Так, погнали. Мягенький прям. Его нет отдавать, может, не будем отдавать его, уже не мой и уже не мой, придется отдавать. Валерий, мои очередной раз поздравления, уже третья единица техники у нас Валерий покупает. Он такой вот красавчик. Нравится, Стас, тебе квадрик такой? Смотри, какой красненький. Как Волга, да? Че-че? Ручник паркинг плотнул? Не, паркинг нельзя. При транспортировке на нейтрале, а ручник поставил. Ну, здесь работают профессионалы квадродвижения. Дефицитная позиция. Вот прям вот раз-раз заменить нечем, но прям сейчас в ближайшее время ожидаю поставку очередную. Там возможно, возможно, не буду говорить нет, а то сейчас мне другие дилеры скажут. Скажут, наглый какой. Вот так скажут. Ну, в общем, что такое Шармакс 1100? Сейчас я вам покажу. Как все. Как будто у тебя есть варианты. О, у меня столько народу теперь в шлеме. Мне, короче, навигатор говорит там. Тихо-тихо. Погоди, она со мной что-то пыталась. Я не люблю, когда с тобой чужие женщины разговаривают. Я не люблю, когда тебя пропускают чужие девочки. Да, это не меня, а тебя. Не, а мне кажется, они тебя увидели красиво. Конечно, да.
закрой очки себе, значит, тебя никто не видел. Перевожу, скройся в шлем. Ну, именно это я и стал что-то переводить. А с какой стороны у нас глаз? Тань, ну что ты? Интересно, я заглушу, а потом буду заводить. Там будет сразу карта или нет? Так, с тебя кофе и оплата, а я заправляю. Ну что ты уселся? Давай, давай. Двигайся, детка. Да нет тряпочки тут. Мы заляпали бак. Я не был готов сегодня быть квадроциклистом. Грязевым. Я выехал на обкатку. Я думал, мы сейчас красиво по грунтовочке. А в итоге, как всегда, правильный обхват. Так, ладно. Ты у нас пятый? Главный дизель. Костян рекомендовал тут сотый лить. Костян, но тут его нет. В нашей деревне сотого нет. Что решает? Решает финтрейловская. Вода непроницаемая. Ни в каких вариантах непромокаемая, грязезащитная, супер сумка на 20 литров. Если что, у меня есть еще и такие большие, там вообще литров, наверное, на 80. Прям огромные. Но это вот прям решает. Фух. Да, Танька? Сумочка нас спасла. Ты что раздеваешься? Ты что рано? Нормально. Нормально? Так, в путь. Едем в сторону дома. По велосипедному маршруту, треку. Посмотрим, куда он нас заведет. У меня прям велотрек очень интересен, который Навик показывает. Навик знает какой-то велотрек. Я подумал, что я все треки знаю. Оказывается, наверное, нет. Так, заводим. Ну и что, этот, навигация не включается. Это я если заглушил, приходится каждый раз по новой. Вот открываю вот этот орбит. Ну и что, опять 25. Это девайс. А, ну так надо опять эту хрень держать. Слава богу, хоть тут не надо завлекаться. Собираешься что снимать? Она с этой стороны не тач, она стоит тач. Не во всем ты такая технологично продуманная. Ребятам же интересно город посмотреть, да? Лужи, грязь, грязь, болото и сугробы. Я вам уже много показывал. А тут город. Я сам первые разы в городе, можно сказать, официально. Прогулка по Киржачу для вас. Да. На байкеров опять. Ой, я заглушил, сейчас опять придется коннектить. Жди меня здесь. Смотри, Паша, вот у нас. А тут не видно ничего. О, Паша только в жаре красных фонарей был виден. Да, это... Вот это габаритки, это выключено. Вон, видишь, там машинка, это габаритки, это ближние, а это дальние. У меня же есть этот Тань, термитовские, эти, круглые Фиксы. Такие, прям пушка. Чего? У тебя есть кругляшки. Кругляшки, но я же не сказал шарики. Такие у меня есть, прям они направленные. Ладно, да? Хватит рассказывать всем. Давай, до завтра. До завтра. Человек, благодаря которому мы слышим этот прекрасный, как сказать, аранжировку, правильно, да, гимна? Да, да. Скажи, пожалуйста, как это так получилось? Ну,
никак. Просто есть знакомый, который этим занимается. Просто отправил. Ну, правда, долго получалось все это дело. Еще второй гимн на подходе. Да. Но они сами придумали там вот прям, да, вот как музыку саму. Да, да, да. То есть там кто-то, человек какой-то, да? Ну, они специализируются на этом, то есть. Профессионалы. Да. Да, ну, получилось очень круто. Все-таки специалисты. Начинающие, скажем так. Ну, как показывает практика. Хорошо вроде... начинают. Да, как показала практика, вроде хорошо получилось. Как-то так. Существует мотокур, свернувший с асфальта пленом. Грязь заехал по колено, рев моторов чаще леса. Возвести, что жизнь чудеса. Мотокурс. 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 Мотокурс, семья большая. Люди новые вступают. Наши дружные ряды. Сложный выберем маршрут. Приключения нас ждут. На природе перекус. Это все есть мотокурс. Грязь, болото и сугробы. К встрече с ними мы готовы. Проезжаем каждый раз. Мотокурс, выбравшись со асфальта пленом. Грязь заехал по колено. Рев моторов чаще леса. Возвести, что жизнь чудеса. Мотокурс.